Здравствуйте, друзья. У нас партия веселая. Представляйтесь. Калинина Юля. Откуда приехала? Запорожье, Украина. Так. Давно в Америке-то? 10 месяцев будет. Ну и как оно? Тяжеловато. Тяжеловато. Понял. Ну, осваиваюсь. Это ваш супруг, его можно показывать? Да, конечно. Так. Вот Юлин супруг. Say hi. Окей. Супруг, его зовут Боб. Говорит hi. Так, Светлану вы знаете. Так, у нас, друзья, тестеров тут полный хаос. Представляетесь? Привет. Привет. Ира. Так. Откуда сама родом? Из Киева. Да вы что? Да. Украинскую мову размовляем? Размовляем, звычайно. Хорошо. Так, а как давно в Америке? 20 лет. Да вы что? Вот, друзья, это мы дома у вас, правда? Да, дома у нас. Правда. Ну, я думаю, а где мы? Вот, значит, тут у нас гость, это мама. Да? Ваша мама. Так, она смотрит наш канал? Скажите вот так. Вот, хорошо. Так, а вы слышите музыку всякую? Этот, как сказать, этот сонг у нас песней зовется. Не ту песню. Так. Другую песню. Так, это у нас Наташа. Опять звезда. Это Алекс. Да. Вы не тестер случайно? Нет, я не тестер. А вы что делаете? Я шашлык жарю. Ну а так, а по жизни? А для души я немножко программирую. Хорошо, а вы откуда родом? Родом я из города-героя Ленинграда. Давно там вы были-то? Был я там давно? Был я там давно, лет 15 назад. А в Америке сколько уже? 27 лет. Ветеран. Ветеран. Это вы прям даже больше, чем мы. Мы с 90-го года, а вы с 89-го. Да. Так, хорошо. Ну что, друзья, вот вы видите нашу партию. Так. Вот так, друзья, наши соотечественники ностальгируют. Наташа, мы ностальгируем? Конечно. Сейчас пою. Аксамара городок. Платок тоненький, не тонет, потихонечку плывет. Мылый любит или не любит, только времечко идет. А Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, да успокой ты меня. Света, покажи нас. До 17 годов, а 17 годов слушай девушку любовь, а сама народ беспокойная я, беспокойная я, да успокой ты меня. Давайте мне камеру, Светочка. Она говорит. Я как большой книголюб, да, и пропагандист книги, так, книга наша все, да, хочу обратить ваше внимание на то, чем занята юная леди, так, 10 лет, да, в этой шумной компании. Девочка весь вечер, так, читает книги. Так. И, может быть, даже мы спросим. Давай, скажи нам пару слов для нашего кино. Скажи пару слов для нашего фильма. Давай, представься, как тебя зовут? Я Лариса. Как? Лариса. Лариса, говори погромче, а то тут шумно. Лариса, тебе сколько лет? Мне 10 лет. Ты родилась уже в Америке или где-то еще? В Америке. А по-русски ты почему так хорошо говоришь? Потому что оба родители по-русски говорят. А у тебя есть сестричка? Да. Постарше или помладше? Постарше. Но она тоже может по-русски? Да. Но ты вот с сестрой будешь по-русски говорить или по-английски? По-английски. Понятно. А там, допустим, с мамой, с бабушкой там? Иногда по-английски, иногда по-русски. Понял. Спасибо. Спасибо. А ты по-русски, допустим, читала бы что-то? Не знаю, сказки или там какое-нибудь приключенческое что-то? Когда-то читала, но теперь нет. Теперь я только по-английски читаю. Ладно, спасибо, Солнце. А вот, друзья, живьем вы видите устройство, приспособление, которое я показывал вам раньше только на выставках, таких на хоум-шоу. Вот вы видите, там второй этаж, и такие рельсики пристроены. Их не было оригинально. А потом рельсики пристроены, и вот тут такое креслице. Если человек, ну вот, допустим, ему трудно ходить по лесенке, он может быть старенький, ему тяжело. И вот он сел так и поехал.
Вот, друзья, вы видите устройство, которое называется Алекса. И давайте я сейчас к нему обращусь. Я скажу: Алекса! Алекса! О, видите, он откликнулся на меня. Говорит: слушаю. Я говорю: how much is 2 multiplied by 2? 2 multiplied by 2 is 4. Я надеюсь, вы слышали. Он говорит, что 4. Alexa, what's the distance from Earth to the Moon? The Moon's distance is 239,000 miles. В установившейся тишине, друзья, тут перестали петь всякие бесчинствующие. Вот мы смотрим на картинку, которую Ирина нарисовала, да? А в каком возрасте начала рисовать Ирина? Уже тоже взрослая была? Я даже не помню, наверное, лет 35. Начала рисовать? Да. А чего вдруг? Вот работала себе тестером там, да, и вдруг что-то думаешь, пойду-ка я нарисую что-нибудь. Да, какой-то перерыв был, и вот захотелось, душа запросила. Так, пошли что смотреть такое? Дальше там картинки. А вот что за книгу ты написала? А вот я написала сказочку детскую, называется «Джанет and the Cloud Prince». Джанет это кто? Джанет это девочка. А, Джанет, девочка, да. Окей. И «Облачный принц». Так, окей. То есть он данные хранит в клауде. Да. Там где-то еще есть иллюстрации, еще не дорисовано. Так. И книжечка где будет доступна? Книжечка, она, в принципе, продается на Амазоне. Почем вещь? По $2. Это Kindle? Kindle, да. Угу. Ну, то есть она уже есть там? Она уже есть, да. Так, как же? Джанет, Джанет. Джанет and the Cloud Prince. Cloud Prince. А большая книжка, страниц много? Там страниц, по-моему, 35-40. Ну, а о чем там повествует, о чем? Ну, сказка, как девочке приснилось, как она увидела в небе облачко. И это облачко напомнило ей мальчика. Угу. А потом этот мальчик пришел к ней во сне. Так. А потом, когда дождик подал дождь, они с ним познакомились. Он, в общем-то, мог спускаться на землю. Это оказался заколдованный принц. Ну и так далее. То есть это напоминает мне... Это, конечно, чисто женская вещь. Да, это напоминает мне, как Света меня нашла. Тоже такая история. Слушай, это у вас CD там прям настоящий? Да. Это вы реально... До руки не доходят. Слушай, я помню, у людей стенки целые были. Так, а это не автопортрет, да? Нет, это не автопортрет. То есть кто-то нарисовал? Ну что же, так ведь совершенно как бы узнаваемый образ. Так, ну что же, хорошо. Так, может быть, какие-то есть пару слов сказать нашим зрителям, землякам. Там, нас смотрят люди из, ну, с просторов бывшего СССР, из Америки. Может быть, смотрят люди, которые вот подойдут к вам где-нибудь там в Safeway и скажут: «Ой, Ира, я же вас знаю». Ну, а иногда не подойдут, а вы так, там знаете, держитесь. Да. А Светке и Аленке нельзя привет? Можно Аленке и Светке привет. Можно. Светка, Аленка, привет. Привет киевлянам. И привет всем из бывшего простора Советского Союза. Хорошо. То есть вы так помните их? И просторы помните? Помню, люблю, скучаю. А вам приходится бывать вот здесь? Конечно. Вот в прошлом году я была в Москве и в Киеве. Как? Ну и как там в целом-то? Ну, весело. А вы ехали с американским паспортом? Как я ехала с американским паспортом. То есть в Москву вам надо было визу получать или как? В Москву визу получила, а в Киев не надо было. Это был как раз последний, когда я летела из Москвы в Киев, это был последний день, когда еще летали самолеты. А уже не ходят? Ну, после того, как я прилетела, на следующий день отменили. А поезда ходят? Поезда ходят. То есть можно сесть? Я думаю, там... я не знаю сейчас, это было в прошлом году. Кто будет в Киеве, в Пузатую хату, чтобы заходили все. Куда? Самый лучший ресторан. Какой ресторан? Пузатая хата. Пузатая хата. Мы были со Светой. Да, мы были. Там вкусно. Вкусно, недорого. Дешево, недорого, да. Да. Пузатая хата. Это как эквивалент елки-палки московского такого, я бы так сказал. Только лучше. Наверное, наверное. Ну что же, ладно, давайте, идите, сгрутитесь на пятачке. Моих бабушек не хотите? Хотим, схватим бабушек. Так, это какая-то угарного казака, да. И жинка, як квиточка. Вот, да. Так. А это бабульки. Откуда у вас эти бабульки? Тоже из Киева? Нет, не из Киева, это откуда-то из Саратона. А, это местные, американские. Сплетницы, в общем.
Но они такие интеллигентные сплетницы. Интеллигентные, но да. Когда я что-то шепчет, а ты удивлена. Да. Ну, знаете что, я чисто внешне сказала бы, что бабульки консервативные. Это не либеральные бабки. Это какие-то консервативные. Нет? Ну, как вам кажется? Да, такие они. Типа выпендриваются даже. Так они с понтами такие. Вот та, что слева опять, с понтами. Ну что же, вы станете вместе. А у вас еще девочки есть или кто у вас еще есть? У нас девочки? Нет, нет, я говорю, у мамы. У мамы нет, еще нет. Есть? Только одна девочка. Одна и Машенька, моя любимая внучка. Которая уже, которая учится на дантиста. Угу. Но она с удовольствием учится, ей нравится там. С удовольствием, нравится. Но она хочет именно практиковать или в науку там какую-нибудь? Практиковать хочет, да. Ну и преподавать она любит. Для девушки, вот учиться на дантиста. Это такое место, правильно? Там мальчиков много хороших? Нет, там больше девочек. Да вы что, на дантистов? Угу. Где-то 80% девочек. Да вы что? А где же они мальчиков находят? На танцах. На танцах. В клубах. Это что, что сельский клуб, что ли, какой-то есть? Да, да, да. Вот, друзья, такая нелегкая жизнь у девушек. Ну, да. А в каком возрасте она реально начнет зарабатывать, будучи дантистом? Потому что там надо учиться. Где-то 28. Начнет именно зарабатывать. Да. А закончит она с большими долгами, да? То есть там... Нет. Это она бесплатно. На государственной службе будет работать. Она... И, в общем-то, без долгов. Государство за все платит, получился scholarship такой. Я понял, то есть она пошла учиться, уже имея scholarship за то, что она работала на госслужбе. Где-то. Нет, она будет работать, она получила scholarship взамен того, что она будет работать 4 года. Это как потом... вот мы по распределению в свое время как работали. То есть учили нас бесплатно, а потом да. бесплатная учеба, бесплатная работа. Угу. Ну, 4 года. 4 учеба года. Оплачивается жилье и питание. Слушайте. Так это неплохо, это что, всем, это всем дают или нет, только вот всем. Из Киева? Лучшим только. А у нее же школа, как-то гонор школы написано. Так, это закончила самый колледж, гонор колледж. А какой колледж она закончила? Дэвис. А, то есть у нее бакалавр из Дэвиса. Да, у нее бакалавр по биохимии. Понял, с бакалавром по биохимии она пошла в medical school на дантиста. Да. Ну, это уже взрослый человек, собственно. Ну, конечно. 3 грамоты, и везде написано гордость университета, школы. Друзья, мы поменяли дислокацию. К нам пришла киса, пушистая. Значит, ну что, давайте мы тогда попрощаемся с нашими зрителями, потому что вы у нас первый раз сегодня на канале, у вас дебют. Правильно? Значит, давайте так помашем всем и скажем, как это... Счастливого пути. Как по-украински, как будет. До побачення. До побачення. Окей. Хорошо так. И помахали. До побачення. Отлично.